В Мариэл зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Чрезвычайная ситуация объявлена в Горномарийском районе республики. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы локализовать очаг. В Горномарийском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Проводится ликвидация очага заразной болезни животных, именно очага в хозяйстве гражданина. И сжигаются все постройки, в которых содержались животные, заборы, навоз и прочее. Проводится жесткая дезинфекция. Развернут решением главы администрации Горномарийского района, решением КЧС, развернут противоэпизоотический отряд муниципального образования. Контрольно-пропускной пункт на дорогах выставлен круглосуточного реагирования. Там дежурят специалисты ветеринарной службы и дежурят специалисты МВД. Также в самом очаге проводится, в очаге полностью животные на сегодня уничтожены, и живые, и павшие животные сожжены. По территории Горномарийского района в населенных пунктах, в личных подсобных хозяйствах граждан и других хозяйствах проводится подворный обход. Учет поголовья, идентификация животных. Надо максимально приложить все усилия, чтобы зараза не ушла на правый берег. Специалисты Комитета ветеринарии республики обращаются ко всем агропредприятиям и фермерам с просьбой внимательно следить за поголовьем. Отклонение в поведении или угнетенное состояние свиней – первое, о чем следует безотлагательно сообщить государственным ветеринарным службам.